Мы в конкурсах почему? Не участвуем, потому что нет возможности обеспечения. Ну, когда там надо же обеспечение, Владимир Сергеевич. А что нам ее положить? А у нас денежек нет. Хорошо. Какая разница, наш контракт, наш предприятие. Это хорошо, который нам поможет. Когда начинали программу установки детских площадок, слюсаря у меня, она не только олимпийская чемпионка, она еще мама, она успевает все. И у нас Ольга добилась больших результатов. И она всегда говорила, что спорт, большой спорт начинается со двора площадки. Это вот я так понимаю, что у нас жители тоже хотят, чтобы мы встречу провели здесь. Значит, давайте мы договоримся на следующей неделе, в следующую среду или четверг. Какое у нас здесь самое большое помещение? ДК. Да? Значит, на следующей неделе, тогда сегодня мы в Шварцевском проведем встречу, а на следующей неделе тогда вот по просьбам трудящихся. Спасибо! В связи со зданием муниципального образования Шварцевское. Мне на этот вопрос отвечает одно. На свой счет. Меня спрашивают, у вас муж есть? Я говорю, есть. У него друзья есть? Есть. В чем мы дело? Значит, Анна Александровна, это хорошо, что у вас есть муж. Вам нужно, начиная с 1 июня текущего года, чтобы попасть в программу «Народный бюджет» следующего года, вы можете подавать свои заявления. Значит, все, что касается ремонта многоквартирных домов, значит, софинансирование жителей составляет всего 15%. Так же, как по 185-му. Никто вас 100% просить не будет. Значит, сейчас, секундочку, давайте я отвечу. Кроме этого, у нас начинает с 1 октября текущего года действовать закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. То есть уже в 2015 году, это то, как раз о чем говорил Андрей Викторович Стукалов, вы должны определиться, как вы будете накапливать деньги для капитального ремонта. Мы посмотрим, и мы начнем с наиболее тяжелых домов, где вот действительно проблематика, ну, вот такая яркая, и вмешательство необходимо. Значит, никто вас на произвол бросать не будет. Но я хочу всех попросить, давайте немножко все-таки, чтобы эта дорога была с двухсторонним движением. И вы тоже должны идти и координироваться вместе с властью.